И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Role Flash – компьютерная игра в жанре массового многопользовательского онлайн-шутера от первого лица. Игра имеет множество режимов, такие как Блиш, Выживание, Доминация, Захват, Командный бой, Мясорубка, Подрыв, Штурм и Уничтожение. В PvP режиме имеется более 60 карт и 26 видов боев. Часть из них являются постоянными, а чаще вылечены на время особых игровых событий. Заходи и играй. Ссылку на игру я оставил в описании под видео. Всем привет, с вами снова я, Black Falcon. И сегодня мы продолжаем проходить режим кардиалы Fight Night Champion. Ну и поначалу, как подтвердишь, пошлёшь поддержать его лайком или дизлайком. Написать коммент и подписать на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки находятся в описании под видео. Постепенно мы поднимаемся вверх по рейтингу. Так, сейчас обычное пересохранение и в путь. Уже 6 боев я провел и одержал 5 побед. Это в принципе очень неплохо. Даже спарринг. Потому что мы с Хелмсом провели. И посмотрим, что будет на этот раз. Как обычно, два боя мы с вами поведем. Пока что 6 побед, 5 нокаута. Все очень даже неплохо. Так. Два сообщения у нас. Так. А, пока не могу использовать. Или чего-то там. Окей. Поспарингуем с пёрным ультакером. Ладно, не могу спорить, так не могу. Так. Давайте с другим что-то поделимся. Так. Давайте тренироваться, отправимся в Англию. Потом что они нам там продолжат. Если после этого мы не сможем это поменять, то тогда просто удалим сообщение. Что и так, это, конечно, будет интересный спарринг. Так. Все окей. Спарринг, отдых, спарринг. Так. Задание на бой. Так. Сейчас прокачаемся. Так. Давайте блок прокачаем. Аж потренируемся и что-нибудь еще повыкачаем обязательно. Так. Давайте get inside. Потом отдых и спарринг с Уитакелом. Так, я надеюсь, будет две победы и обе досрочные. Но посмотрим. Сначала тренировочки. Они просто обязательно. Так, кто нас парень поводнёл? Нас парень поводнёл Найт. Guy's kitchen.
Пока что-то не получается. Неплохо. Клинч. Неплохо. Вот там все это, но, в принципе, неплохо. В конце получилось. Сейчас немного покачаем, отдохнем. И спарринг с чемпионом. Давайте левый хук покачаем. Отдых обязательно. И спаримся у Итакева. Это будет интересно. Посмотрим, как у нас получится с Уитакером-то поспаринговать. Погнали. Ну, сколько это было тяжеловато. Нам спаринговать. Неплохо. Так. В принципе, неплохо получается у нас пока что. Опушу. Нам пойдем ты не увлекаться. Посмеем. Неплохо мы идем. Сейчас неплохо.
Очень даже неплохо у нас получилось. Качаемся. Head movement. Челюсть. Плавый хук по корпусу. Так. Давайте все покачаем прямой. Акс. Еще вот. Челюсть укрепим. Теперь мы готовы к схватке. Соперник опытный, но попробуем победить. Оппоненты. Евгений, Черный, Шоков, Иванов. 6 боев, 6 побед. 5 из них нокаутом и ни одного поражения. И Дрилю Ким. 35 боев, 28 побед, 14 из них нокаутом, 6 поражений и 1 ничья. Но мы нацелены только на победу. Не знаю, конечно, какая это будет победа, быстрая или не быстрая, но самое главное, что победа должна быть. И в форме-то мы находимся весьма-весьма неплохой. В Мексике мы деремся. Так, мы прям постарше, повыше, потяжелее и выкинем длиннее. Что ж, погнали. Мы готовы к схватке. Each man comes into this fight supremely confident, expecting to deliver a W. Дадим ему поработать и будем все чать потом. Неплохо. Ой, 10 раундов, так что спешить нам некуда пока. And make sure that the low endurance fighter is going to have to do some extra pacing. Parries that punch intended for the head. Kim's punch didn't come close. Неплохо. Protecting his head well with his guard. To the head he goes with a left hand. Kim showing that he's got some defense of his own. He got away from that punch. Попадаем мы. Клинч. Kim's doing exactly what you should to be a strong defensive fighter. You gotta block those punches away. Not able to land the headshot. Попадаем. How about a return to sender with the left hand? Solid right by Magic Man. Keeping his hands up, getting Неплохо, Kim showing you that sublime skill right now with that shot combo. Клинч. Comes right back with some offense of his own. Попадаю я и прошел мой оппонент. Solid right hand lands. Первый нокдаун рейд. Solid. Big headshot puts him down. Смотрим, как это было. Oh.
А что у нас второй вал? Поднимается Ким и бой продолжает. Неплохо. По корпусу. He's showing what a skilled fighter he is with this counterpunching. Magic Man's doing a beautiful job here early on of counterpunching. Yeah, it's gonna pay off for him later on. You know, we talk about body work paying off for you down the road, like investing, putting money in the bank. Well, counterpunching pays off too because your opponent becomes a little tender, and then down the stretch he's not busy enough. Unable to make an impact there by Magic Man. Выжидаем. Scores up top with a left. Шелкот. Good right hand. And now they're trading blows. Так все нормально. Главное не заигрывать на ушами. И победа то будет за нами. Надо именно продолжать боксировать. Не тяжелым нокаутом, и он пробьет шам. Неплохо, фортил наш оппонент. Фокус голова, сейчас он в клинче. Снова клинчует. But now he's grabbing on like it's a life preserver. And he's gonna have to stay there if he's gonna get through these rapids. Nice. Good work toe-to-toe there. Both fighters got in on him. Tried to land that upstairs and was off the mark. Неплохо. Ждем у него какие-то действия и накажем уже ошибку. Point of this third round. Good way to protect the midsection. Magic Man sitting back right now, Teddy, and looking for that counterpunch opportunity, isn't he? Yeah, that's exactly what he's doing. He's waiting, you know, he sees that his opponent is in his armory, so to speak. You know, he's in his castle. He's getting him to come out of his castle. He wants him to come out of his castle. So now he can attack. Неплохо, я попадаю. Сейчас он принимает ту руку, кто мы его втягиваем. Дальше будет идет так, как нужен нам. А вот это было неожиданно. Ну, блин, сейчас меня спас. Сейчас пока что все путем. Три раунда позади. Мы ведем. У них сейчас счет вовсе 326. Суперлинг не ошенива. Это дело шутит. Неплохо. Мы чисто заигрывались. Teddy, there are opportunities that are here for him, aren't there? Yeah, counterpunch opportunities because he got an opponent who's walking in a little bit. Now he has a chance to start to chuck something back at him a little. He got hit, but he sends it right back. He clinches when he gets to the inside. Magic Man's doing well here with that two-punch combination. И снова, потому что нельзя. Oh, right there. Everything was going fine, and then he got caught. Well, that's
Отрицательно умерли. Но там что-то мы еще не были с вами. Клим. Ну, это же немного заигрывалось. Ашмен Крылич. Ну, повох, я попал. Тяжелый раунд был, но как мы видим, у нашего оппонента ощущение открылось. Так, ладно, бой продолжается. Пятый раунд. Magic Man's doing a really nice job here. I mean, putting his punches together. This is what you're supposed to look like as an offensive fighter. Yes, it is, especially when you have a guy in front of you putting the earmuffs on. You know, you cover up the way that his opponent is. You're supposed to put them together. One or two are going to be blocked. But when you put them together like that, they're going to get through. Comes right back at him with a left hand. That's okay. Solid right by Magic Man. Промахнулся ли? Кажется, что раз довольно-таки неплохо. Неплохо. Ну, не заигрываться нам. И сюда твердо будет за нами. Неплохо. He needs to improve the accuracy a little bit. That was comical by Magic Man. Kim's lack of defense, especially when it comes with just getting away from that right hand. He's really costing a lot. Well, it's pretty simple. The old timers would say, move your head, otherwise your opponent will move it for you. И пятый вал позади. Продолжаем. Пока что бой складывается как надо. Вау, номер 6. Вторая половина поединка пошла. Клинч. Here's one for you now, he says. Right back with the left hand. Мимо. Неплохо. He takes a shot and then commits to giving one right back. A little head hunting never hurts, does it with the hook. Покушен. Just created enough space and then landed the counter punch. Look like the will of the wisp, the old great Willie Peck. Made a miss, made him pay. Keep moving, keep moving. Oh, and they decide to trade there. He engages in the clinch, blocks that belt line well. He's looking for a way to get back into this fight, Teddy, because, you know, his way about him being good, steady, solid boxer is not winning this fight right now in this middle round. No, you're absolutely right. So, you know, the problem is he hasn't been able to gain the respect of his opponent, has not been able to slow him down. Хорошо, наш оппонент. Oh, и второй нокдаун обеспечен. Big, big
Как мне кажется, Башмуле, скорее всего, и его. Ну, походу, что сможем повтор. Поднимешь он или нет? Поднимаешь, и бой продолжается. И гонца всего спас, иначе я бы добил. Продолжаем доминировать, и на очереди седьмой раунд. Погнали! But even though we know what we've seen out of some ringside scorecards through the years, I'd be shocked if everybody doesn't have opponent. Сейчас добиваем. Uncle Mo has come to solid. Well, he's been there before, and now he's there again. Дело идет к нокаут. You can't afford to keep going on that floor. You have to wonder when the referee's gonna step in now and stop this. Пытается подняться Ким. И он желает продолжать. Ничего себе. Но ожидаем, робота на панен. И нокдаун 0-4. Это полное доминирование идет с моей стороны. Сейчас, что я думаю, не встанет. Все, бой окончен. Досрочная победа. Победа нокаут в шестом раунде. В седьмом раунде одерживает Евгений Чернышоков Иванов. Классный получился поединок. Он всех слышал. Сейчас печатал вам мою позу, и давайте глянем, что там по статистике. Я был 276 ударов из 465. Ким же 197 из 476. У меня 164 из 210 в голову и 102 из 155 в корпус. У него же 87 из 241 в голову и 110 из 235 в корпус. По раундам. Первый 42-34, второй 49-34 push knockdown, третий 45-28, четвертый 36-40, пятый 40-30, шестой 40-31 push knockdown и седьмой 21 против 1 плюс 2 нокдаун. Вот сейчас будет еще один поединок. Не знаю с кем, но надеюсь, также будет победным он. В принципе, сейчас мы в хорошей форме находимся. Всех побеждаем. И на шарочку в рейтинге мы поднялись. С кем мы сразимся? Ли сообщение. Так. Это можно удалять сообщение. Ну ты что, ну не знаю, нужно ли это нам или нет. Так. Другая спонсорша, но экиповку менять я не собираюсь. И нас приглашает Шугар Ленов. Это принимаем. Так. Можем выйти на замену, а можем.
давайте и выйдем на замену в итоге. И минут оппонент никаких нет, так что почему бы и нет. То, почему вышел на кинопоем, это уже не будет большим боем. Там хотя как поднять нам статистику. Так что мы выйдем на замену. Поединок с Эндрю Куинтаной. Так. Что, давайте в Филадельфию поведем в лагерь. Он у нас сразу будет тренировочная сессия с Леонардом. Это будет единственный урок, который мы сможем провести. Там что-то укрепиться. Промо-эвент еще будет у нас. Ждание на бой. Так. О, даже мы укрепиться-то не сможем. Что-то... Единственный спарринг, типа чемпионом наш будет. Так. Получаем левый хук. И... комбинация. Надо сейчас себя... очень даже неплохо показать. Что ж, погнали. Смотрим, каким же будет спарринг с Шуговым Рэем Леонардом. Поехали. Плохо. Ну, боксер у нас, конечно, иногда он на шпанге и послал. Не помню. Эти все же... но в бою ему иногда он точно не бывали. А неплохо получается. Все у нас получается показать, что-то нет. Так. Неплохо. И потрясены мы. Спаришь мы и продолжаем средняя нога. Неплохо. Так, теперь вам понятно, я еще не готов, но будет могу ждать любого. Хук по колпушу, плавый апперкот, джеб и
сердце покачаем. Всё уж. Так. Отдых. Раскрутка боя. И непосредственно сам поединок. Погнали. Оппонент. Евгений Чоуншоков Иванов. 7 боев, 7 побед, 6 из них нокаутом и ни одного поражения. И Эндрю Куинтан. 39 боев, 32 победы, 26 из них нокаутом и 7 поражений. Так что бой должен быть жестким. 2 нокаутера встречаются. И будет интересно посмотреть. Будет так, будет в Мексике. То есть, оппонент старше, лошадь одинаковые, вес разряженные и руки у меня длиннее. Так что все плюсы пойдут на моей стороне. Так, посмотрим сейчас оппоненту. Fireworks anticipated here tonight. Let's see. And that had some fight to it, that right hand by Magic Man. He just missed that shot up top. Fine looking combination from him now. Well, that's the benefit of combination right there, Joe. The first couple missed, but the third, the fourth, they landed. See, the defense pays off as he gets rid of that downstairs. Two guys that can really take each other out. What's the best means of defense? Well, one guy says to himself, I'm not the power puncher. Then he has to be smart. He has to be technically solid in all areas. He's gonna have the edge. And coming upon the halfway mark of this round, hard charging with that right hand. He got rocked. He just got rocked, and he's still taking punches. The only way right now is to grab on a little bit. Stop it. Так. Попадаю. Знаете, а то я не шутил, просто не плохо вообще. Вторым номером. Неплохо. А это же не заигрывается. He's showing what a skilled fighter he is with the counter punch. Well, the old times used to say when you calm in there, when you control him, you can make him do what you want. He made him tie his shoelaces right there. Magic Man's putting on a display of accuracy, and the punch numbers tell that story. Нашами. Right on the mark with the hook up top. He tried to nab him up top, but was unable to connect. Come on, kid, focus. A headshot blocked. Good solid right hand he lands there. Well, nowadays we have so many different weight classes. Used to be only 8 weight classes. Now with all the super and juniors attached to the weight class, you can go up and down the scale with these throughout your career. Is that good for the game? No, I don't really think it is, because you're making it too easy for the fighters. You know, I'm not saying that it's not good that they have an alternate to a weight class, but a lot of times when you make things easy, they're gonna go for the path that is easier. In other words, somebody should be a middleweight, now all of a sudden they're gonna be a light heavyweight, they're gonna be a super middleweight. Well, with a little discipline, they would have fit into that middleweight frame. It wasn't that they couldn't make it. Now, you make it so easy, they don't want to make it. Scores well to the head with the right hand.
Плохо. Посмеем. Плохо. With the combination, putting his punches together, and it's paying off. Yeah, it is paying off. You know, the first couple didn't get there, but he caught him on the back end. Ну позволь это. Да, ну. This round comes to an end. Кого лаунжер ушел? Да, очень важный ушел. Будет он тяжелым. Не гнать же нокаутом, самое главное. Pretty good at bobbing, weaving a little bit, slipping a little bit, making himself a difficult target, but his punch is a little wide. Needs to shorten him up. Magic Man's got speed and plenty of it. Teddy, still, I'd like to see him just fight down and fight a little. Yeah, he'd like to see him sit down a little bit, bend his legs a little bit, and make those punches a little more effective. Not just great where they look good. Smeem. Scored well up top. Super two punch combo by Magic Man. Good left hand able to land. Попадает и почему мой оппонент. Включаем режим охотника. Знаешь, когда я не туда бил. Клинч. Сам иногда он сейчас не стал влиять. Сам ты что-то считала. Много удалов прямого копля. Кольца. Magic Man's defense did a good job there, able to avoid that punch. Попадаешь на меня? Right hand crashes home. He never saw it coming. He should tie up. Сейчас он удастся ему подержаться. He's in bad shape. He does not look good at all. He could go down at any moment, Teddy. Yeah, he wishes right now this was in an outdoor arena because maybe rain could come and stop it. Because I don't know what else could help him right now. Oh, he just misses with that headshot. Goes up top with a right hand. Наш бой продолжается. Пробивал он до позади. И по мнению Сенсори, я вижу, что он 327. Все отлично. That is his precise punching that has earned him good grades on your scorecard, Teddy. With all that accuracy, clean, effective punching, he's up three rounds to zip. Yeah, I'm starting to wonder if he went to medical school because he's been a surgeon tonight. He gets hit, but he gives it right back. Teddy, he's completely missing the jab. And when that's not there, you're going to dug yourself a big hole. Now, that's like saying I want to go swimming. Guess what? There's no water. You need water to swim. You need jab to fight, to set things up. Клинч. And he's holding. Good return fire that time. Keep working the jab. Hook upstairs. Попадаю и снова подшел мой оппонент. Посадки пресс обрушиваем на него. Мимо. Так, ладно. Пошел на пол, то его не взять. Попускаю, да? Не самое ушки, я же мое выступление. There you go.
Ну, очень жесткий. Пятый раунд, пятый раунд. Teddy, how do you see this right now? I see it almost dead even, and I see whoever finishes the rounds, because in these kind of tight rounds, if you finish up good, the judges remember that. Смен. Pulls the trigger right away with the left hand after getting tagged himself. Crashes home with the uppercut. После этого кто-то прыгнул. Off to the side, a little swing and a miss going up. Стоп, куда и снова чему оппонент? Here in these later rounds, you can start to see a trend, and one is developing. He cannot get away from that left hand. Now listen, when you throw your punches, it's not enough just to chuck them out there. You gotta throw them from the right distance. He's throwing them from a little too close, where he's vulnerable, as you said, to that left hand. Takes one to give one. He comes back with a right hand. Clinch. Well, supposed to be fighting, but instead he's hugging. Неплохо. A little head hunting with the right. Ну, что нас вообще накрутилось? Неплохо, почему я понял? Good, solid right hand lands. Magic Man starting to score at ease. И все-таки отправляем его в первый нокдаун. Все-таки это он поднимается, и бой продолжается. И звучит гонг. Первая фамилия была завершена. И, в принципе, бой остается неплохо. Пусть и не самое лучшее мое выступление, но результат есть. Really смен. Обменяется давай ему. Неплохо. Nice block by Magic Man. Good looking right hand after he got hit. He's completely turned his offense off. You can see that he's just in an extreme defensive posture. Просто погнался же на каут. Look, the extreme defensive posture is a problem. But if he was moving his head with his hands up, at least there'd be misses there. When his opponent would miss, there'd be an opening to come back. Where even if you didn't come back, his opponent would be a little worried about sitting in there on you. He'd have to think defense. Right now, he's only thinking offense. Hits him in the mug with the right. Able to lock in that target and bring it home well. What a score of those. It'll be the end of the night. Smart punch right there. The uppercut worked. Мимо. И смотри, что атака даже не готова пока. Just enough to be out of danger, but still close enough to then land the counter punch. Well, that's what happens when you have that kind of experience. You're calm enough to know that range. Know where the beginning of the punch and the end of the punch is. Goes up top again. И все равно так же похоже к концу. Просто
Раунд номер 7. We've been sitting here all night long as he lands these thudding blows. You can just hear the damage landing. Yeah, and I can feel some fluids that I don't really want are coming onto my shirt. Watch that! How was the metal? And a sharp counter punch by Magic Man. See, he comes over the top with that right hand, a real solid shot. A barrage of punches now. Magic Man's impressing the judges and himself with that right hand. Попадает. Unable to score with the hook. Плохо. You see how he comes over the top with that left hand? Well placed shot there. Not hitting his mark there, going upstairs. Magic Man's really doing a fine job here, Kenny. I know everybody falls in love with the clean, effective punching, but you can make an argument that he's controlling this fight right now thanks to his head movement. Yeah, you know, it makes me think about that legendary story about the old great Willie Pep, the Will of the Wisp. There was a legend that he actually won a round without throwing a punch, just by making his opponent miss, just by ring generalship. He gives as well as he takes. You saw it on that exchange. Magic Man's making for a tough target there. He gets away from that punch. That's exactly what he wanted to do, backing him up against the ropes. Big shot there. Late goings here of this round, and he goes down. Довольно даун в этом поединке. Я показал, за 7 минут у меня еще бои не заходили. Вот и все, бой окончен. Нокаут в 7 раунде. Победу нокаут в 7 раунде одерживает Евгений Черный Шоков Иванов. Счет был 59-54. Моему оппоненту дали 4 раунд. Что ж, давайте обратимся к статистике. Я по 271 удар из 550. Мой оппонент 192 из 443. У меня 196 из 443 в голову и 75 из 147 в корпус. У него же 97 из 250 в голову и 95 из 193 в корпус. По раундам. Первый шорок 1.20, второй шорок 3.27, третий 36.30, четвертый 37.31, пятый шорок 3.24 плюс нокдаун, шестой 32-26 и седьмой 39-34 плюс нокдаун. Тоже не самое лучшее выступление, конечно. Но главное, что победное. На 29-й шоу в рейтинге мы поднялись. А сейчас что посмотрим. До чемпиона, что у нас происходит в вечер, сохранимся и на этом все. Так же. Давай посмотрим чемпионов. Фуэйт, Дарен Гутлеш, Космо Паэш и Молчай Дзю. Бантамвайт, Тед Такел, Танов Павкел и Нештал Ким. Фежавайт, Тревиш Ри, Арден Барлева, Маути Вонг. Лайтвайт, Роберто Дюран, Пернов Уитакел, Мэнни Пакьяо. Велтвайт, Эли Леонард, Пернов Уитакел, Квентин Лянг. Мидвайт, Ринардо Сива, Марвин Каглев и Рэй Робинсон.
Вайт Хэйвей, Оливер Клауд, Рой Джонс-младший и Клем Гилберт. И Хэйвей, Майк Тайсон, Джо Вулич, Джек Джонсон. И что у нас там происходит в вечер? Хелмс на первой строчке, Долохой на четвертой, Покляу на пятой. Так, 10-й Дюран. 15-й Чайвиш, 16-й Джуда, 18-й Котта, 19-й Брэдли, 20-й Мошли, 22-й Ховард, 23-й Ортиз, 25-й Рики Хаттон. Мы находимся на 29-й строчке. Что, сейчас сохранимся, и на этом все. Сохранение. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока!